Доля рынка энергосбыт «Волги» на территории региона 56%. На поставку электроэнергии заключено почти 500 000 договоров. Руководство компании подвело итоги работы за последние 8 с небольшим месяцев. Энергосбыт «Волга» имеет статус гарантирующего поставщика. На рынке она сменила компанию «Владимир Энергосбыт» и, как и любой поставщик услуги, столкнулась с неплатежами. В лидерах по должникам Александровский, Везняковский районы, а также округ Муром. По словам гендиректора Владислава Ефимова, для взыскания долгов компании приходится писать иски в суд. Неплатежи ведут к росту цены за энергию, отметил Владислав Ефимов. 10-15% – это злостные неплательщики, которые, кроме того, что не платят или не своевременно платят, они еще вот своим таким поведением просто делают тариф больше. С должниками не церемонится, предупредили раз, может два и отключили. Только на этой неделе энергетики вместе с судебными приставами прошлись по Александрову. За один рейд посещают от 5 до 8 адресов. Должники свою платежную недисциплинированность объясняли традиционно денежными трудностями. Если после отключения за неуплату люди самовольно подключатся к электропитанию, их ждет штраф. Меры воздействия предусмотрены и по отношению к организациям. Для должностных лиц. Это вплоть, то есть штрафы и вплоть до дисквалификации за неоднократное злоупотребление. Для юридических лиц это также штрафы от 100 до 300 000 рублей.